Всем привет! В эфире ваша любимая праздничная дата, передача, в которой мы передаем поздравления вашим близким по любому поводу, будь то свадьба, юбилей или у вас просто случилось что-то очень хорошее и вы хотите поделиться радостью со всей Хакасией. Не буду откладывать удовольствие и перейду уже к вашим письмам. У нас сегодня особенный выпуск. Праздничная дата специально выходит в эфир, чтобы поздравить Оксану Голицыну из села Устинкино Орджоникидзевского района с днем свадьбы. Женщина живет со своим мужем Александром вместе уже 19 лет. Вот с какими словами Александр обращается к своей супруге. Любимая, вот мы уже с тобой вместе 19 лет. Мы пережили разное и счастье, и время разных бед. Время идет, но мы-то не стареем. Вот только дети наши все взрослее и взрослее. Ну ладно, пусть на волосах и седина, пускай усталость тели от прожитых побед, но в душе нам, как у нашей свадьбы, вместе лишь всего 19 лет. Успех в работе, лад в семье, всего добились мы, ведь потому что вместе. Тебя люблю я очень сильно, это правда. Ты лучшая моя невеста. Пусть будут наши дети и родные, здоровы, счастливы на много лет. А я хочу совсем немного начать свой стих со слов «любимая». Вот вместе мы уже с тобой 40 лет. Твой муж Александр Голицын. Уважаемые Оксана и Александр, праздничная дата вас тоже сердечно поздравляет. Мы желаем вам, чтобы ваш брак с каждым годом был только крепче. А у меня на этом все. Если вы тоже хотите поздравить близких, звоните нам по телефону в Абакане 22 26 09 или заходите на сайт вестихакасия.рф, раздел «Проекты. Праздничная дата». Я с вами прощаюсь. Пусть у вас всегда будет только праздничное настроение.